возмещение судебных расходов. Оплата правовой помощи, оказываемой адвокатами, нередко становится препятствием на пути к правосудию для граждан и юридических лиц. Часто это приводит к решению об отказе от услуг представителя с целью сэкономить. Практика показывает то, что такая экономия на представителя может привести к еще большим затратам. В попытке сэкономить люди часто пытаются использовать образцы документов из интернета или бесплатные консультации на сайтах, но при этом забывая осведомиться о том, кто же составлял размещенный документ или кто дает консультацию. Консультант в интернете может просто не иметь юридического образования и быть образованным в праве не сильнее задающего вопрос. Что такое судебные расходы? Судебные расходы состоят из государственной пошлины и издержек, связанных с рассмотрением дела. Статья 88 ГПК. К издержкам, указанным в законе, относятся суммы, связанные с оплатой услуг представителей, экспертов, свидетелей, специалистов и переводчиков, если такие привлекались к делу. Расходы на проезд и проживание третьих лиц, понесенные ими в связи с явкой в суд. Компенсация фактической потери времени. Почтовые и другие расходы, связанные с судопроизводством. Тема судебных расходов активно обсуждается на нашем форуме. С ней можно ознакомиться. Кто оплачивает судебные расходы? Стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить другой стороне все понесенные по делу судебные расходы, за исключением случая вызова свидетелей, назначения экспертов, привлечения специалистов и другие действия, подлежащие оплате, если они производились по инициативе суда. В случае частичного удовлетворения иска судебные расходы присуждаются истцу пропорционально размеру удовлетворенных судом исковых требований, а ответчику пропорционально той части исковых требований, в которой истцу было отказано. Как указал Верховный суд Российской Федерации в обзоре законодательства и судебной практики за первый квартал 2009 года, утвержденное постановлением Президиума Верховного суда 3 июня 2009 года, возможно применение по аналогии части 1 статьи 101 ГПК о возмещении истцом ответчику издержек, понесенных им в связи с ведением дела, в случае оставления искового заявления без рассмотрения, а также при прекращении производства по делу, определение Конституционного суда 88-дефисо-дефисо. Более того, статья 104 ГПК устанавливает, что определение суда по вопросам, связанным с судебными расходами, может быть обжаловано путем подачи частной жалобы. В арбитражном процессе подается апелляционная жалоба согласно 112 статье АПК. Таким образом, несогласие с суммой судебных расходов может быть проверено вышестоящим судом. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, и тогда все будет хорошо.